Всем привет! Это видеоролик про выход 3 в 2. К примеру, я зашел слева с шайбой. Я буду стараться проехать по флангу в угол. Центр старается двигаться так, чтобы открываться под шайбу, ну то есть смещается вот сюда приблизительно. Правый нападающий сюда. Но основной смысл в том, что я не буду вот этот пас сразу отсюда стараться дать. Ну, то есть, если вообще защитники ошибутся, будет дыра откровенная, то, конечно, я этот пас дам. Но если команда нормальная, то защитники, как правило, вот это все закроют. Я сделаю следующим образом. Проеду за ворота. И из-за ворот отдам пас либо вот сюда, на центре, либо на право. Вот.